Ребята, всем добрый вечер. Здравствуйте всем. Сегодня у нас первый ролик. За весь день будет один. Вот, мы только что выехали с собачками, где вчера были, в наш сосновый бор. Сегодня целый день у нас шел дождь. На улице, конечно, тепло, 8 градусов, плюс 8. Но дождь целый день. Артур работал. Мы с собаками сидели дома. И у барона, у нашего хулигана, прыгунчика, такая оказия. Вчера вроде вечером дома ничего, нормально все было. А сегодня утром проснулись, он начал на трех лапках прыгать. А, ушиб лапку немножко заднюю, но без прогулки они все равно не могут. Берта сегодня ходила, ждала Артура, когда он там перестанет работать. Барошка сегодня страдал, ходил. Все гулять, гулять, уши норови. Навострил, норовился. Убежать, ну. Так что, ну, думаем, ладно. Целый день пролежал. Выведем его погулять. Вот немножко он на лапку не сильно так опирается. Ой, слушай, а что мы вчера вот эту корягу не видели или видели вон там? Не, а я видел ее. Видел, да? Вот, и поэтому вечером решили, ладно, побегаем, ну что поделать, лапа у него там не критична. Вот бегает сейчас нормально, но не так он облокачивается, конечно. Берта там кричит, иди сюда, там люди ходят. Людей пугает Берта. Мы в одном парке как-то гуляли в этом, в юбилейном. Там вообще дети подумали, молодежь, что Берта, когда с бревном играла, рычала, думали, что медведь. Подумали, а потом увидали, ой, мы, говорит, думали, это медведь, а это собака. Ну да, в юбилейном парке у нас какие там медведи. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Ой, Бертуша, тебе Артур помогает. Тащи, тащи сюда. Горелку какую-то, да, тащит она. Барошка, ты что там стоишь? Там люди ходят у нас сегодня. Вы знаете, в городе у нас ветер. Здесь приезжаешь, ветра почти нет. То есть так хорошо. Ну вот получается, как мы еще в низинке. Видите, это вот горка, а мы вот в такой низинке. Прикрыты дома. Мы здесь еще, получается, как в низинке, как в ямке, да? Поэтому ветра нет, да, Артур? Хорошо прям. Ой, тихо, Артур, помедленнее колечко, пожалуйста, ему. Боюсь я за его лапку. Ну, пойдем, крокодил. Машину поставили там, сами сюда ушли. Пойдем, Берта. Не надо прыжки вверх, вот ему не надо, Артур. Пусть бегает. Прыжки не надо, лапку он сильно повредит. Он облокачивается. Так хоть бежит он, но прыгать, прыгать мы сегодня не будем. Берта, пошли. Ох, потащила бревно какое-то. Посмотри на эту. Не знаю, подбегает все близко. Ой, Берта, это ж горелка. Лапы черные. Моська черная. Ты посмотри на нее, а. Два ребенка у тебя. Баба, пиба, баба, папа. Эй, Масенька. Эй, Масенька. Прягу. Пошла барона гонять. Пойдем колечко возьмем. А ей скучно стало с этими, со своими бревнами. Колечко давай возьмем. Давай. Ой, хорошо на улице. Я сегодня целый день дома просидела тоже. Занималась уборкой кухни. Печку отодвинул мне Артур. И я за печкой надраила. Там, конечно, были подтеки небольшие, но были. Их надо было заливать антижирами, антижирами, замачивать. Барон, Берта! Ну, в общем, и блинчики. Утром блины пекла, фаршировала. В общем, работа у женщины всегда найдется в доме. Вот. Уборка. Якселя выгуливали, играли с якселем. Снимать. Тихо. Снимать ролик с яксом не стало. Дождь был рядом. Оп! Ой-ой-ой-ой-ой! Тарелка прям под лапки упала. Не стало, потому что дождик, выходим, дождь, выходим, ливень и ветер. Так, тихо. Иди сюда. Аж насвистывает Бертуша. Пищит аж. Ой, такая.
свистит, посвистывает, так интересно, водичка. А мы водичку взяли, а тарелку-то... А, у меня в сумочке, в рюкзаке есть тарелочка раскладная. Берта, пошли! Готовься! Так, сейчас мы Берту погоняем. Так, тихо. Готова? Вперед! Вперед! Лежать! Команда лежать. Теперь Берточка лежит. Я от нее немножко отбегаю. Хорошо лежать. Любит она. Нет, мы туда пойдем, наверное. Хорошо лежать. Видите, Бертуша лежит у меня. Барон с Артуром. Вам, Артур, в другую сторону надо играть. Сейчас мы Бертушу прогоним. Мы вчера вот здесь бегали. Вперед! Ай, хорошо! Вперед! Лежать! Лежать! Хулиганка! Ох, не люблю, когда ты с одного раза не слышишь или не слушаешься. Готовься! Ко мне! Вперед! Лежать! Придется громко, Берта, далеко. Лежать было! Берта! Я ругаться буду! Блин! Аж горло содрало. Готовься! Уходим от нее. Немножко. Ко мне! Вперед! Дайте! Лежать! Куда пошла? К своим бревнам. Лежать! Так, сейчас будем Берту. Ой, балуется она в лесу, конечно. На занятиях она все идеально выполняет. А в лесу... Берта, ко мне! Команда ко мне была, милый мой. Пролетела. Хорошо. Рядом. Вперед! Стоять! Вперед! И летит моя ракета. Гуляй! Все. Ох, Берта, заставляешь ты меня расстраиваться. Набегалась? Дышит. А где барошка у меня? Пойдем, Берта. Наши сумочки, колечки. А где барошка? Как у него там лапка? Барон! 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 Берта! Барон! Ко мне, барон! Барон! Барон, молодец! Ко мне! Молодечек! Как твоя лапка? Зови его! Вперед! Хулиганка пришла. Я барона звала, а тут хулиганка пришла. Берта, смотри, какой пенек хороший. Да, я тоже его приметила. Корешочки какие, да? Хорошие коренья. И вот хороший. Барон! Убежал. Пусть гуляет. Сегодня мы поздновато приехали. Такой небольшой полумрак. Темнеет, ну немножко погуляем. Не хотели мы вести их, потому что у барона лапка больная. А Берту одну не повезешь, барон обидится. Барон все понимает. Все они понимают. Ну, Берта отошла в сторону, молодец. Колечко у барона прилетело. Берта в сторонку отошла. Что такое? Что такое? Ай, кто такие у меня красавцы? Черный язык. Все, барошка у нас здесь лежит. Барон устал. Кто такой красавица с черным языком?
пошел Артура искать. Артур спрятался. Барон еще идет его искать. Любит он Артура. Берта, а где Артур? Иди, Артура, ищи. Пойдем, Артура, ищи. Пошла Берта на разведку. Вон она, Артур. Все, Берта увидала, Артур идет. Видите, какая умничка. Па-па-па-па-па-па-па. Давай тарелочку спрячу Берточке, а? А она пойдет искать. Так, ну что, будем прятать тарелочку. Берточка свистит. Та-ба-пи-ба-па-ба-пам. Ой, песню услыхала какая-то. Ой, пакетик у нас вылетел. Надо подобрать. Так. Нет, нет, Берточка, давай, будем прятать. Пошли. Берта. Иди, говорит, сюда. Берту тащит. Зовет на палке тащить. Ой, Берточка, сражается с корешечками. С кореньями. Берта, смотри. Тарелка. Нет, нюхай. Берта, сидеть. Ой, язык какой черный. Чем отнимать-то будем? Сидеть. Горелку он тут грызла. Горелку. Тихо, нюхай. Сидеть. Нюхай. Да, она ее наизусть, наверное, запах знает. Не хочет. Иди, прячь тарелку. Сюда потом придешь, и мы отпустим ее. Берта. Берта, копай давай. Иди сюда. Копай, копай. Ко мне. Копай. Зарда, не мне смотри. Просто к дереву где-нибудь прикослони, а надо сзади. Берта. Та-та-ти-ра-ти-та-ти-та. Сильно не... Ай, ты, играть хочешь, бегать хочет, Берта. Ой, здесь можно лаять, здесь можно все. Готовься. Крутись. Ай, хорошо, крутись. Молодец, крутись. Ай, жопка такая. Вперед. Берта. Берта, иди сюда. Горелку нашла опять. Ко мне. Молодец. Тарелочку ищи, апорт. Ищи тарелочку. Она идет пока по твоим следам, где ты ходил. Ты там был. А тарелка где-то ближе, да? Ну только не показывай. Ой, Берта, Берта, куда ушла? Ой, задурил голову собаке. Ищи. Артур тарелку в листву закопал, да, по-моему, ты ее? В листву закопал? Где она? Ищи. Что-то она... Ищи. Поисковая работа ведется. Так, по пути наш поисковик решил в туалет зайти. По пути поисковик обосрал. По пути укакалась Берта. Обосрался. Ой, блин. Но от натуги мозги напрягла, нюх напрягла. Одно напрягаешь, другое расслабляешь. Берта, ищи. Ну ты и закопал. Ты вот под этим деревом? Угу. Что-то вот здесь она тормозит, смотри. Ага. Ну, сейчас она должна определить, что там радиус запаха пропадает. Ты сильно глубоко закопал, нет? Нет, сверху присыпал просто. В земле не может найти. Хвоя сильно пахнет, видать. Берта! Где тарелочка? Пусть ищет. Не ходи, не подходи, Артур, туда. Опять поисковик нас шукакался. Что-то она там... Ты отойди от этого места немножко сюда, в сторонку. Вот это место, вот это, да, где копано? Да, ага, не показывай. Пришел поисковик. Ищи. Ребята. Сейчас полезет на деревья. Ну, нет, у меня сразу показываю. Ну. Никак, никто нет.
Ну, здесь вот она в земле, наверное, запах не проходит так. Берта! Берта! Ой, ищет по земле. Хорошо, нюхай. Молодец, ищи. Ищи давай. Нюхай. Хорошо, хорошо. Опять ушла. Вот отойдет, опять сюда возвращается. Уже огни горят там. Город загорается огнями. Не надо, Артур, иди. Все. Сейчас найдет. Нет. Где-то унюхала, да? Унюхала. Она чуть-чуть унюхала, наверное. Мне кажется. Ищи. Берта, ищи. Ищи, Берта, ищи. Берта. Не поймет глубоко, она. Глубоко, наверное, закопала. Глубоко, наверное, для нее, конечно. Она ж тебе не этот, не крот. Оба. Так, Всё, нашла. Ну, наконец-то. Молодец, умничка. Готова, молодец. Умница. Вперед. Надо было тебе за дерево подставить там где-нибудь, и она бы бегала просто. Пойдем тогда мы. Пошли, Берта. Мы еще разочек сейчас. Она увидит. А, ну все. Берта, иди сюда. Все понимает моя засранка. Иди сюда. Пошли. Готовься. Берта, иди сюда. Просто за дерево боком поставь ее, так облокоти на дерево. Готова? Нет. Вперед! Берта! Пошли! Ой, ну брось ты эту горелку. Что, спрятал? Берта! Тарелочка где? Пошли! Любит она искать, конечно, это дело. Сразу прибежала. Тарелка, ищи. Ищи. Сейчас будет землю копать. Ну, это она быстро. А ты зачем за этим деревом? Здесь скажи быстро, это не в земле. Молодец, умничка, давай. Давай, Берта. Молодец, папка, скажи. Быстро нашли, спрятал. Спрятал легко. Опять там спортсмены бегают, кто-то несется. Молодец. Так, ладненько. Что будем еще делать? Барона не за этого сильно. Артур, ты спортсмен? Берта, иди с Артуром отжиматься. Иди к Артуру, он сейчас отжиматься будет. Иди от бревнышка поотжимайся. Артур, не убегай, я боюсь одна здесь. Я здесь одна боюсь. Берточка, а ты куда побежала? Ой, спотыкается, он спотыкается. Иди отжиматься. Пойдешь отжиматься на Артура, Берта? Вот сейчас Артур на бревнышке поджимал. Где Артур у нас? Ищите. Барошка, ой, одна усралась, другой усрался. Ну вы чё? Берта сейчас Артура найдет. Притащи его, Берта, тащи его. А, нашла. Убегай. Я говорю, иди поджимайся от вот этого пенька. А Берта с тобой поджимается, она хочет. Берта, хочешь отжиматься с Артуром? Вот, на пенечек руками. Берта, пошли отжиматься. Залазь на Артура, пошли. Раз, два. Пойдем. Она уже готова. Залазь. Залазь отжиматься. Залазь, залазь, можно, можно. Это рабочая куртка у него, залазь на него. Залазь отжиматься. Тапарипа. Не хочет залазить что-то она. Ой, слюнями заляпали. Берта, Берта, иди. Отжимаемся. Давай, залазь, залазь на Артура, залазь. Все, отжиматься. Раз, два, раз. Залазь, отжиматься. Давай. Фитнесом утяжелим. Два, раз, два, раз. Молодцы, хорошо. Берта, гуляй. Все, Артур. Тут барошка пришел, говорит, поиграй со мной. Ты что, Берта? Она его тормозит. Он и так с лапкой больной. Что-то она его это злится. Но что ты играешь с ним? Она хочет, чтобы ты с ней играл.
Она единоличница. Вон там бревно какое-то опять. Берта! Ой, как темнеет. А там светло в городе. Свет горит уже. Так, ладненько, ребята. Вот такие вот моментики. Сегодня целый день, в общем, занимались делами. А собаки наши отдыхали целый день. Вот. Барошка с лапкой ходил. Покалеченный. Ну, сейчас бегает нормально. Прыгать мы ему высоту не даем. Нет, он лапку немножко привон. Видишь, приволакивает. Не сильно облокачивается, бережет лапку. Вот, а Берточка ждала игры. Ну, мы сегодня с ней поиграли, конечно, игрушку дома попрятали. Она поискала немножко. Вот, потом походила, попроверяла Артура. Постоянно там раза 3-4 выходила, проверяла. Говорит, папка, что там делаешь? Бригадир такой. Проверила, посмотрела. Молоток занесла, утащила. Да, Берта? А? Что за шум? И там вот ветер. Вот, смотрите, ветер шумит так. Тихо, тихо. Ветер поднялся, он по деревьям, по верху. Да, берегитесь, берегитесь. Шумит ветер, слышно, да, как сильно деревья зашумели. Внизу здесь нету ветра, да, Артур? А по верху только. Ой, так качается. У нас деревья тут падают. Вон, шумит. О, как слышно ветер. Так, ладненько, ребята. Завтра у нас с утра будет индивидуальное занятие одно. Потом мы к вечеру, да, собачек повезем опять? Завтра к вечеру повезем или нет? Собак? Ага, ну все. А в воскресенье будет групповое занятие. Ладненько, будем мы гулять дальше. Всем хорошего дня и хороших предстоящих выходных. Всем пока!